Прячутся в самый ответственный момент, халатно относятся к своим обязанностям и скрывают информацию. На этой неделе российская власть вновь показала свое лицо. Как это ни печально, поводом стали трагедии. Это наводнение в Иркутской области, за которым всю неделю следили россияне, и гибель моряков в Североморске. Правду об этих событиях вряд ли расскажут на федеральных каналах. Но те, кто хочет ее узнать, легко найдут информацию. И вряд ли она оставит кого-то равнодушным. О том, что еще вызывает эмоции не только плохие, но и хорошие, расскажем сегодня. Темная история, что не так с проектом городского освещения. Трущобы экономической безграмотности, мнение депутата Гурдумы о городских контрактах. И отпуск под запретом, что говорят кировчане, которые все-таки едут в Грузию. Это «Точка зрения», авторский взгляд на события недели. Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Над энергосервисным контрактом сгущаются тучи. Для кировчан это может обернуться темнотой на городских улицах. В декабре прошлого года администрация города и компания «Ростелеком» подписали самый крупный в истории России энергосервисный контракт. По нему в городе должны заменить больше 26 тысяч светильников. Соглашение вызвало много споров. И вот те, кто говорил, что в итоге Киров окажется у разбитого корыта, находят подтверждение своим словам. Сейчас обо всем подробнее. Вам могло показаться, что ваш экран погас. Не пугайтесь, это не технические неполадки, это мы так решили начать разговор про энергосервисный контракт. Здесь не случайно так темно. Есть мнение, что скоро весь Киров может погрузиться во тьму. Причина этих опасений – проблемы с энергосервисным контрактом, который 10 декабря городская администрация заключила с компанией «Ростелеком». За счет этого контракта этим летом должны были обновить всю систему городского освещения. В общей сложности заменить должны были 26 тысяч светильников. При этом компания все это делает за свой счет. А потом городская администрация в течение 7 лет выплачивает затраченную сумму. Деньги планировали взять из тех, что сэкономили бы на новой системе освещения, так как она должна быть умной и экономичной. И на словах все звучало действительно убедительно, но не для тех, кто разбирается в вопросе. Во-первых, есть опыт, и не самый положительный опыт в других городах, где заключались аналогичные энергосервисные контракты на уличное фонарное освещение. И опыт этот показал, что компании, которые заключают энергосервисный контракт, ведут себя не очень правильно по отношению к городу. Поставляют некачественные светильники, не выполняют все технические условия контракта и постоянно находятся в судах. Вот и Киров не стал исключением. Ньюслер на этой неделе опубликовал статью, где, ссылаясь на источники в администрации города и Ростелекоме, сообщили, что вместо 26 тысяч ламп установлено только 6. И к тем уже есть серьезные претензии. Часть из них не горит, а те, что горят, не дают должного освещения. А у нас в Кирове установлены светильники с КССД. Что это означает? Весь свет рассекается вокруг светильника неким таким шаром. Получается так, что светильник светит в разные стороны и нет концентрированного четкого света на поверхности Земли. И это в том числе является причиной, почему в Кирове эти светильники светят темно. Вот спросите у таксистов, которые каждый день ночью ездят по улицам нашего города, они вам скажут, что стало темнее. С установленными новыми светильниками стало темнее. Из-за этих проблем глава администрации Кирова якобы распорядился прекратить финансирование подрядчика, который обратился с заявлением в арбитражный суд. Между тем, говорят эксперты, положительный опыт, как сделать город светлее, есть. И не так далеко, в Ижевске. Там администрация города каждый месяц закупает по 1000 светодиодных светильников, которые позволяют экономить на электроэнергии. На сэкономленные деньги покупают новую партию, и таким образом за полтора года там поменяли освещение практически во всем городе. Это говорит о том, что положительные примеры подобных договоров и подобной системы управления есть. А в Кирове была допущена менеджерская ошибка, подписав вот такой самый крупный в стране энергосервисный контракт, не рассчитанный, не просчитанный, не согласованный со специалистами. Мне кажется, это неправильно, это ошибка. Конечно, мы обратились в администрацию города, чтобы нам рассказали, почему так получилось и что будет дальше с энергосервисным контрактом. Однако на этой неделе комментировать ситуацию Илья Шульгин отказался, хотя пообещал на следующий. Так что будем держать вас в курсе событий, но фонариками на всякий случай лучше запастись. Между тем, у некоторых кировских общественников и депутатов вопросы к энергосервисному контракту были давно. Почему контракт был заключен без аукциона? Выгоден ли он для городской казны? Какие слухи ходят в кулуарах власти? И чем может закончиться эта темная история? Своим мнением поделился депутат Гордумы Владимир Журавлев.
сходу первый вопрос. Я думаю, что меня поймут все телезрители, граждане, думающие, считающие. Почему-то заявилась одна фирма. Хотя я знаю, что там примерно 5 фирм кировских пыталась заявиться на поставку вот этих светильников. Да? Чудесным образом выиграла нижегородская фирма. Я знаю, что там были ряд писем, ряд таких, но вот условий, которые, знаете, вот те действия, которые заточены под конкретного уже исполнителя. Да? Эта фирма одна выходит на конкурс, выиграет по максимальной цене. И плюс без Мишугин, когда мне заявляют, я говорю, слушайте, вы же отдаете деньги, которые могли бы заработать Кировсвет и Горэлектросеть, которые имеют компетенции в этом. И, в принципе, когда мы пригласили уже на следующую думу господина Петропавловского и задали ему вопрос, вы справились, он говорит, технически какой проблемы нет. Есть проблемы якобы в софте, то есть это программное обеспечение, которое будет якобы работать вот умный город. Но вот с теми программистами, с которыми я общался и разговаривал, они уже говорят, ребята, слушайте, нам просто вешают лапшу, там чего такого сложного нет. Извините, когда ты ушел контракт этой же нижегородской Ростелекому, он говорит, это государственная компания, какая разница? Значит, люди, которые будут наняты, они заплатят все налоги Нижегородской области, в том числе и физики, с которых из физических лиц мы получаем один из основных налогов в городской бюджет. Мало того, господин Шугин сказал, они все сделают сами, вложат деньги свои, чуть ли не концессии. И говорил, что вот я, Владимир Ильич, притаскиваю инвестиции. И сейчас мы знаем, кулуарно я это не скрываю, шило в мешке не утаить. Везде же работают люди. Он прорабатывает вопрос и хотел выносить на городскую думу о том, что взять кредит 200 миллионов и заплатить Ростелекому. Слушайте, Кировсвет и Горэлектросеть, они директора, они говорили, что если у нас просто нет возможности взять деньги, если бы взять кредит, то мы также купили бы эти светильники. Самое главное в энергосервисном контракте, вот когда мы меняем, условно говоря, старый тип светильников на диодные, да, получается экономия, и все, кто в бизнесе или в экономике, не знаю, окупаемость 7 месяцев. Ну, пусть это городское хозяйство, это освещение, там, наверное, сложнее, но пусть год-два. И мы бы после этого 5 лет бюджет экономил бы. То есть мы за счет этих средств могли бы направить на улучшение освещенности города Кирова или как бы на другое там, на развитие. А мы сейчас на 7 лет по договору, да, отдаем Ростелекому возможность вот эту эффективность, слушайте, ну это просто не хозяйственно, брать себе в карман, вот этому предприятию. Слушайте, столько вопросов, такая некомпетентность, ну это, я считаю, что это какие-то трущобы экономической безграмотности. Из таких источников, опять же, департамент юридическом, экономическом, прорабатывается такая ситуация, что как выходить из этой ситуации? Что Ростелеком на нас подаст в суд, а при плохой защите юридической со стороны города, хотя контракт не позволял это, город проиграет, и мы будем вынуждены по суду там заплатить вот какую-то часть денег, которой не хватает. Слушайте, ну я вам хочу сказать, это, если это случится, это прекрасно, вот я улавливаю как это, как эпизод для мощного уголовного дела. То есть нанесение ущерба бюджету города. Есть у Владимира Журавлева своя точка зрения и по поводу еще одного важного соглашения в области государственно-частного партнерства. Речь идет о передаче в частные руки тепловых сетей Кирова. В ближайшие 35 лет ими будет заниматься компания «Т-Плюс». Это крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основной акционер «Т-Плюс» – группа «Ренова», которой руководит миллиардер Виктор Вексельберг. Главная компания группы зарегистрирована на Багамских островах. Концессионное соглашение на днях подписали председатель правления ПАО «Т-Плюс», губернатор Кировской области и глава администрации Кирова. Согласно договору, до 2053 года в городе будет заменено более 800 километров тепловых сетей. На эти цели компания намеревается потратить более 17 миллиардов рублей. Конечно, вложенные средства концессионер постарается вернуть, в частности, за счет повышения тарифов для населения. Правда, в региональной службе по тарифам пообещали, что повышение будет в пределах нормы. Но общественность больше смущает другой вопрос – срок действия концессии. Неоднократно Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, все контракты длительные по развитию 5-7 лет, но максимум 10. Это называется горизонт финансового планирования. Сегодня развитие денег и куда пойдет дальше, никто не знает. А мы подписываем на 35 лет. Я говорил, я, может быть, соглашусь, что сегодня нужна концессия, но при строжайшем контроле муниципалитета и правительства области. Но необходимо, давайте подпишем на 10 лет. С точки зрения юридической, я не вижу потом проблем с возможностью, если все идет нормально, пролонгировать 5 лет, 5 лет, 5 лет и таким образом двигаться. Тем более подтверждают мои слова
сам ПАО «Т-плюс», они к нам пришли сначала на комиссию, потом на городскую думу. И Сергей Александрович, директор, он так и нам говорит, они обрели инвестиционную компанию 10 лет. Я им спросил, а почему не на 20 лет, вы же 35? Он говорит, а это горизонт планирования финансового, понимаете? То есть, условно говоря, мы заключили 35, они нам на 10 лет сегодня представили программу, а что будет дальше, ну, никто не знает. И самое главное, о чем говорят тепловики, сегодня весь мир двигается, он уже, ну, Европа, она в таком, когда мы уйдем от ТЭЦ в их сегодняшнем положении, технически, потому что, ну, это немножко прошлый век, и это некоторая степень централизации, пережиток социалистического государства, когда все было в одних руках, там можно было планировать. Сегодня это разные хозяйствующие субъекты и так далее. И правильно в стране, где больше всех газа, строить квартальные котельные. Где потери самое главное тепла? Это при транспортировке, да? А когда у нас там несколько километров от ТЭЦ-5, от ТЭЦ-4, там, от ТЭЦ-1, от ТЭЦ-3, то просто потери это. И у нас есть пункты, где подогревается горячая вода и отопление. А если делать котельные, их можно даже делать, ну там, небольшая территория нужна. Даже при сегодняшней плотной застройке в центре мы могли бы такие котельные делать, газовые. Эксперты говорят, что экономия на себестоимости гигакалории в 3, 4, 5, 6, а некоторые говорят, даже возможно в 10 раз. Потому что транспортировки фактически нет, потери нет. Это значит на 35 лет это старая система ТЭЦ. А я хочу сказать, что в ближайшие 5, 7, 10 лет поменяется, и мы будем, начинав перекладывать вот эти все трубы, они нам просто будут не нужны коммуникации. Ну вот это называется, знаете, но никто планировать даже не пытался заглянуть в будущее. С 8 июля пассажирские полеты в Грузию для россиян будут запрещены. Такое решение принял президент Владимир Путин. Жителям нашей страны говорят, что в Грузии сейчас небезопасно. Такие выводы власти сделали после протестов в Тбилиси, где оппозиция и радикалы начали штурмовать парламент из-за визита российских парламентариев. Из-за решения президента сейчас страдают обе страны. Жители той и другой теряют деньги. А тем временем вот что говорят кировчане, которые, несмотря на предостережение, отправились в Грузию. Всем привет, ребят! Я нахожусь в Грузии, на площади Свободы, в Тбилиси. И здесь на русском языке звучат песни Цоя про войну. Всем, кто верит в пропаганду и верит в эту политику, посвящается. Я думаю, что это очень крутой флешмоб этого мужика. Он просто на русском языке поет песни про войну. А мы в Тбилиси с Ириной. И нам ничего не страшно. Потому что здесь нечего бояться. Сейчас реклама, после продолжим. Сомнительные итоги мусорной реформы за полгода, фильм, который не покажут в кинотеатрах, и руководство для депутатов правящей партии. Плата за вывоз отходов не снизится, даже если вы будете сортировать мусор. Миф об экономии затрат развеяла министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. На этой неделе в региональном правительстве подводили итоги мусорной реформы за полгода. Если кратко, было много жалоб на то, что последние 10 лет регион не может найти инвестора, который бы построил мусороперерабатывающий завод. Хотя общественники не раз говорили, что инвесторов в наш регион просто не пускают. На то, что люди не хотят платить за вывоз мусора, собираемость составляет в среднем 50%. На то, что несмотря на закупку контейнеров, их все равно катастрофически не хватает. Но в целом все хорошо, делают вывод власти. В целом область спокойно перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако в ходе ее реализации регион, в том числе и региональный оператор, столкнулись с рядом проблем, которые решались в оперативном порядке. Так мусорная реформа выглядит в отчетах чиновников. У кировчан мнение другое. Больше 80% жителей не заметили улучшения в сфере обращения с отходами после старта мусорной реформы. А вот рост платы отметили все. Таковы данные опроса, которые провели активисты Общероссийского народного фронта. Люди до сих пор выходят на митинги, судятся, жалуются, обращаются в СМИ. Вот малая часть того, что говорили жители Кирова о мусорной реформе. Вот стоят полные баки, везде тут, вот везде, везде один мусор. Куда мне деться с мусором? Потому что вот тут я не хочу тоже как бы усугублять ситуацию.
И хочу задать вопрос, кто решит мою проблему? Мусорная реформа. Нет, ни мусоросортировочных, ни мусороперерабатывающих даже в перспективе, да, не видно. А налог уже берут на мусорные. Грабеж, неоправданный грабеж народа. Если бы было все четко и ясно, тогда бы не было вопросов. А вопрос это в том, что непонятно, как начисление производится. Есть какие-то недоговоренности у Куприта с управляющей компанией. Они не могут разрешить эту ситуацию. В итоге страдаем мы, те, кто платит за вывоз мусора исправно и вынуждены вот жить в такой помойке. Сколько тут мусора, никто не вывозит, никому не надо. Зато сейчас будут с квадратного метра, мы будем платить за мусор. Я не буду платить, я вычеркну вот эту сроку и платить просто не буду. Суд потом подадут. А пусть подадут. А сейчас мы бы хотели поговорить о фильме, который наверняка не покажут в кинотеатрах. Но кировчанам мы бы советовали посмотреть его. Это фильм о нашем городе. Снял его историк, публицист, автор проекта «Мост пешком» Павел Гнилорыбов. Архитектурные излишества в городе Кирове. Странность первая. Этот город назван в честь человека, который здесь ни разу, ни полдня, ни две секунды не бывал. Моя коллега Екатерина Зубарева посмотрела этот фильм, и она расскажет, почему его должны посмотреть все остальные. Привет, Катя. Привет, Надя. Действительно считаю, что фильм должны посмотреть кировчане, он будет им интересен. Это такая своеобразная экскурсия, которую можно пройти по городу, не вставая с дивана. Павел рассказывает в своем фильме о том, как Хлынов стал Вяткой, а Вятка – Кировом. Пока, если честно, по ощущениям, это больше город Киров и та вот извечная формула Парфенова «Мы не русские, мы советские». Он рассказывает о главных зданиях, достопримечательностях, мимо которых многие кировчане ходят каждый день и даже не задумываются об их истории, о том, какие ценные экспонаты еще сохранились внутри этих зданий и как их на самом деле немного. Главная проблема Кирова, как и многих других городов нашей страны, это не сохранившиеся интерьеры. Мы смотрим на эти фотографии в журналах «Столица и усадьба». Но нет, 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 все давно съедено либо советским, либо новым российским евроремонтом. В фильме есть очень много фактов, которые даже вот лично я не знала. Например, что памятник Степану Халтурину, который здесь от нас недалеко находится, самый старый в городе, и что нынешняя приказная изба в 1740 году была бара. Ну, скорее всего, именно здесь квасили, а не писали бумаги. Вообще удивительно, что Павел, который никогда не жил в Кирове, так много знает о нашем городе. Он с таким трепетом рассказывал о судьбе китайского домика и призывал кировчан спасти это уникальное здание. Дорогие кировчане, пожалуйста, возьмите и восстановите свой дом, потому что это ваше прошлое, потому что это ваша история, это ваше наследие. Иначе все так и останется вокруг в 16-этажках, и купеческая Вятка будет уничтожена окончательно. Ну и мне кажется, что никто до Гнилорыбова не называл вересники Северной Италии Вятской Рублевкой. Как тебе, Надя, такое сравнение? Весьма неожиданно. Мне кажется, даже сами жители Вересников приятно были удивлены. У нас, кстати, есть возможность пообщаться с самим автором фильма. Сейчас мы позвоним Павлу Гнилорыбову, чтобы задать ему несколько вопросов. Почему вы решили снять фильм о Кирове и что вы еще после этого уже какие города сняли? Мы решили снять фильм о Кирове, потому что Вятка действительно очень интересный регион. И не зря Карамзин говорил, что история Вятского края остается во многом неизученной не открытой для российского человека. Кроме того, меня с Вяткой связывают личные и товарищеские связи, и мне очень обидно за состояние наследия в вашем регионе. Ну вот многие говорили, что после просмотра вашего фильма у них возникло такое ощущение безнадежности. Вот вы именно это хотели донести до зрителей или все-таки что-то другое? Нет, мы сначала ударяем кувалдой по голове, но не кувалдой, а киянкой, мягонькой, для того, чтобы человек понял, что вокруг него историческая среда, и которую можно привести в порядок, например, к 650-летию города. Ну как вы думаете, в нашем городе есть предпосылки к тому, чтобы город сохранил свое историческое лицо, или все-таки надежды нет, по вашему мнению? Я, если честно,
там здесь умеренный оптимизм, наверное, даже не 60 на 40, а 50 на 50, потому что деревянный город уже практически уничтожен. Можно сохранить классическую застройку 18-19 века, но дальше уже и раньше безнадежность абсолютная. Я думаю, что лет через 40 с таким подходом, как сейчас, если ничего кардинально не изменится, в Кирове останется только Красный замок и Трифонов монастырь. И вот это все, что можно показать туристам, к сожалению. Собираетесь ли вы еще в Киров приехать в будущем, в скором? Мы не только собираемся много раз приезжать со своей командой, мы уже договорились с администрацией Слободского о том, что начнем думать над конкретными шагами по ревитализации городской среды, потому что Киров слишком большой для такого эксперимента. А в Слободском я увидел и адекватную администрацию, и учителей, и достаточно небольшое количество населения, 33 тысячи человек, которые готовы в это все включиться. Вот осенью мы проведем первые круглые столы и первые исследования, которые нам для этого необходимы, потому что ни Росстат не видит город, ни мы не видим город, нужно свои исследования проводить. И уж тогда, в 2020-м, мы сможем начать показывать, как можно за копейки преобразовать городскую среду. Я не знаю, почему в Кирове это не получается. В Ижевске это получается, в Казани получается, в Нижнем Новгороде это тоже получается. Спасибо вам за ваше мнение. Будем ждать вас в Кирове. До свидания. Спасибо, всего хорошего. Не врать, не лебезить, не говорить, не подумав. Такие советы содержатся в рекомендациях, которые направило в регионы руководство «Единой России». Не секрет, что рейтинг правящей партии падает, и сейчас поставлена задача сформировать новый образ депутата. Но вот как к такому перевоплощению отнесется народ, покажет время. А на сегодня у нас все. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий. Это была «Точка зрения», авторский взгляд на события недели. Меня зовут Надежда Ведерникова. До свидания.